сложно сказать и описать словами, но попытаюсь. Дело в том, что, ну, во многом благодаря всевозрастающей популярности программы «Автостоп», а точнее сегодняшнего его грузового подразделения, именуемое фирмой «МакТранс». Так вот, в очередной раз приезжаю и удивляюсь, с какой скоростью разлетаются американские грузовики. Это еще совсем недавно. Там стояли вроде бы стройными рядами эти автомобили. А сейчас эти стройные ряды колесят по дорогам Магнитогорска, Челябинской области. И, кстати, в Екатеринбург поехали. Почему? Ну, пункта. Что в Питере, что здесь. МакТранс, как бы, является официальным представителем и реализатором супер-американских грузовых автомобилей по Уральскому региону. Так что ехать, ну, никуда не надо. Еще раз замечу, что вот здесь, сегодня, сейчас, на Проселочной 30, вы можете легко, ну, приобрести себе настоящий американский грузовик, заказать, в конце концов, и устроить в лизинг. Благо, более чем серьезные конторы у нас есть, и автолизинг в том числе. Но сегодня мы поговорим, а точнее расскажем вам об очередной новинке. Казалось бы, Volvo VXL 670. Да ездили мы на таком автомобиле. Да вот на таком-то мы не ездили. Машина 2003 года. И вы знаете, по плавности хода я ее равняю с моим любимым линкольным таункаром. А почему? А потому что здесь пневматическая подвеска всех трех осей, между прочим. Да-да. И передняя качающаяся балка такая неубиваемая. Она тоже крепится подушками к раме. Ну а теперь о том, о чем нас просили, а мы сейчас и покажем. Дело в том, что к нам обращаются, ну, любители больших автомобилей и типа рассказывают вам, что, ну, вы покажите, как из себя выглядит 15-литровый Каминс. А вот, пожалуйста, вот так он выглядит. А здесь я посмотрел, мы специально открыли. И вот вам, пожалуйста, даже система фильтрации воздушного фильтра указывает вам, забился он или нет. И такая штука тоже есть. Гидроусилитель руля. Ну, скажите, какой автомобиль после 30 тысяч километров пробега, ну, отечественный, не страдает этим? Этот после 800 тысяч километров не страдает. Фильтры все в идеальном состоянии. Турбина, посмотрите, вот это объем, вот это размер. То же самое, ни подтеков, ничего. Дальше хуже. Пожалуйста, все ремни. Как вам такое? В таком же идеальном состоянии. Кондиционер. Нет вопросов. Что мы еще вам не показали? Да практически все. Хорошо, давайте посмотрим на автомобиль сзади. Видите, такая штучка интересная. Так вот, эта система автоматической смазки элементов подвески и той самой тарелки, на которую крепится фура. Вам ничего делать не надо. Сейчас будет еще сложнее. Вообще, как бы, что американские тягачи, что американские самолеты и европейские, в том числе Airbus, они предрасположены для постоянной эксплуатации. То есть экипаж меняется, самолет остается прежним. И возит, и зарабатывает деньги. И, кстати, на американских грузовиках все то же самое, они точно так же эксплуатируются. То есть вы приехали, вам тут уже перецепили фуру, не надо стоять под разгрузкой, и поехали дальше. Но если вы устали, пожалуйста, останавливайтесь. Ходите в мотеле, смысла нет, в мотеле останавливаться. Останавливайтесь в кабине Volvo. Для этого в кабине Volvo, между прочим, два полноценных спальных места. Мы о них как-то говорили, но вот это не те вот куцы обрубки, на которых можно на полупопе лежать, типа КамАЗа или МАЗа. Нет, здесь полностью. Кстати, можно и не одному на одном месте. А, кстати, если вы помните те же самые страшные истории о том, что водители грузовиков выхлопными газами задыхались, были и такие вещи, то в американцах такого нету. Автоматическая система поддержания климат-контроля, пожалуйста. Система вентиляции, то же самое. Мухи к вам не залетят, комары вас не покусают. Ну, единственное, что вот, ну, по малой нужде или по большой придется сбегать, ну, это уже, извините, проза жизни. Так, сколько такая машина стоит? С объемом двигателя 15 литров и такой небольшой мощностью 400 лошадиных сил. А машина-то стоит всего ничего. Ну, 1 700 000 с небольшим. Но здесь airbag, здесь круиз-контроль, здесь все, между прочим, адаптировано под Европу, все в километрах. Здесь мультируль. Да здесь все что угодно, и здесь роботизированная механическая коробка. Как она включается, да, это все очень просто, не надо большого количества оборотов, просто перетнули и поехали дальше. Маневренность машины. Кто-то может мне сказать, что надо покупать морды автомобиля. Не надо покупать америкос, а точнее вот его поворот передней оси позволяет вам ехать, да, без проблем. И маневрируйте как угодно. А что еще? А что еще? А вот в конце концов, помните,
А точнее, я вспомнил, когда я работал еще в Магнитогорском корпункте ЧГТРК, ну и мы свою «Волгу» ремонтировали, делали фильм для тулкомбината, и вот господин Крупнов, ну, директор АТУ, мне пожаловался, что вот, ну, водители уже устали ездить на этих чумазых КамАЗах, вот как-то хочется приобрести. Так, все достаточно серьезно, приезжаем в МакТранс, на проселочную 30, и по цене КамАЗа вы покупаете тот автомобиль, в котором водитель даже после перегона в 2500 километров выходит в чистой рубашке, свежим пахнущей, побритый и помытый, и без запаха пота, и тем более без следов мазута и солярки.